Губернатор дал поручение министерствам после встречи с жителями Путятина. Поручения губернатора касались вывоза мусора, замены распределительных сетей внутри поселка, компенсации стоимости угля, открытия аптечного пункта и других вопросов. Когда я буду давать поручения в соответствии с наказами жителей, с их обращениями, нужно просто принять их к исполнению и кому-то, может быть, выехать на место, посмотреть и выполнить все те решения, которые были оговорены на встрече. Я там побываю во второй половине февраля. Надеюсь, что каждый по своему направлению работу там исправит. Губернатор также сообщил, что в ближайшее время в поселке будет выбран новый глава. Мы изменили систему, связанную с управлением, поменяли человека, написал заявление нынешний глава территориального управления. Сейчас подбирается человек, он будет подобран из состава местных жителей, наиболее инициативных и кому доверяют непосредственно жители.